Добро пожаловать в игру под названием Hill of Steel. С вами Николай Дориди, у нас вышло большое обновление. Встречайте режим мир. Нападайте на вражеские базы со своей армией танков и крадите их материалы, чтобы строить свою базу. Вау, это интересно. Давай посмотрим, что у нас дальше. Будьте осторожны с атакующими вас врагами. Они жаждут вашей добычи. Улучшайте свою базу, чтобы сдержать атаки. Интересненько. Что же вы ждете? Приступайте к делу и покорите мир. Давайте посмотрим. Так, получаем награду, во-первых. Отличненько. Так, а что у нас здесь имеется? Давайте сразу, наверное, посмотрим режим. Где у нас новый режим? Доминирование. Вот, заканчивается через один день. А, подожди, это другой, да, режим? Тут также наградки нам предлагают. Так, джунгли, схватка с боссом. Так, это все не то, получается, да? Ну-ка, какой-то ящик появился, интересненько. Отлично, нам пригодится, ресурсы нам нужны. Победите врагов 20 штук. Тут, смотрите, ежедневные задания появились, по-моему, такого раньше не было, да? А теперь будет интереснее побеждать, и ты за это будешь получать шикарные плюшки. Это очень круто, теперь будет смысл играть определенными танками. Это очень здорово. Так, вот, видимо, покорение мира. Давайте посмотрим. Так, это моя база пока что. У меня самая простая. Нет клана. Я не знаю, ну, мы можем создать клан. Почему бы нет? Все зависит от вас. Я должен нападать именно пока что на слабеньких, да? Так как я первого уровня. Угу. Это мои танки. Окей, мои танки, мои ресурсы. Так, хорошо. Я могу... Можно улучшать базу. Давайте улучшим ее. За 10 недостаточно стали. Но можно улучшить. Мы потом обязательно улучшим. Пока что давайте пробуем напасть. Атака чего? Шанс на победу? Угу. Шанс на победу. Какой-то шанс на победу. Давай попробуем напасть. А, то есть он будет очень долго ехать в течение 27 минут, да? Мы можем ускорить. Ух ты ж, боже мой, это очень дорого. Ускорялка очень дорогая. Ну что ж, пока я записываю серию, в конце мы посмотрим, что будет, если мы победим вражескую базу. Вот, пока что мы можем вернуться назад, допустим, в конце ролика, ребят, обязательно мы посмотрим, что будет. Идем сюда. Давай посмотрим какие-то другие режимы. Допустим, вот этот режим попробуем, да? О, тут тоже мы за серию побед будем получать ништяки. Так, ну погнали, let's go. Ждем игроков. Ох, я уже забыл, как играть. Боже мой, блин. А у меня же не прокачан, да, получается, танк? Да, у меня танк не прокачанный. Так, может на позиции встать? А нам надо захватывать позицию, боже мой, точно. А это мой танк, это мой танк. Так, все, захватываем. Так, гори-гори, ясно. Нам надо центральную захватить, получается, да? Так, ну все, захват ведется. А там можно подлататься. Так, отступаем. Тактическое отступление. Очень важно, тактическое отступление. Захват продолжается. Заранее бьем. Отлично. Сейчас не подойдет ко мне, боится. Так, взорвался, отлично. Да я не могу попасть. Почему он-то не идет? Но мы лучше захватываем, определенно мы лучше захватываем. Надо чаще, наверное, наступать. Так, давай, тактическое отступление. Они как будто бы сильнее, именно. У меня союзник слабенький. Ремонтный комплекс. Отлично, ремонтный комплекс, это хорошо. Все, я взорвался, первый раз я взорвался. Я очень долго держался. Я буду очень долго идти, зато у меня способность восстановилась. Вроде бы мы побеждаем. Не знаю, а почему?
Так, заранее. Заранее атакуем. О, неплохо, неплохо. Неплохо. Очень долго захватывать, конечно, приходится. А, долгоиграющий режим такой. Но мы, наверное, по всем режимам сейчас пройдемся. 99, так, 100, 100%. Найс, отлично. Отличненько. Так, одна победа. Фу, использовать усилители 3 штуки. За 3 победы нам дадут первый ништяк. Может быть, посмотрим что-нибудь другое. А что у нас, кстати, в магазине? А, халява есть? Халяву мы вроде бы открыли, да? Так, а за подписочку... Ну, я был в подписке. Пока не будем. А, так, а тут танки мы можем прокачивать, да, какие-то? Жнеца. Кого нам стоит прокачать? Я бы скорпиона, конечно, прокачивал, но пока что... Пока что нет такой возможности. Вот, пока детали не собраны все. А можно заходить, допустим, в ежедневные, да, задания и смотреть, если есть скорпион, то нужно стараться за скорпиона выполнять задание. Вот, чтобы справиться. Так, ладно, давай попробуем... Давай попробуем, допустим... Давай все режимы пойдем. Один на один. Я не знаю, справлюсь я или нет. Ой, боже мой. Я боюсь, что у меня не прокачанный скорпион. Мне очень опасно им играть. Так, ну мы выдвигаемся. А, да, конечно. Ё-моё, у меня 60... Серия побед 61. Сохраняем. А, я не хочу терять серию побед. Ой, зря я, конечно, скорпионом играл. Так, а, получаем награду, да? Найс. Можно, знаете, что посмотреть? А, за кого бы лучше выполнить, да, нам задание? Откройте бесплатный сундук в магазине. Ага, кстати, это интересно. В магазине как раз-таки, а, по-моему, мы можем, да, открыть бесплатный сундук? Или пока нет? Пока что нет. К сожалению, пока что нет. Так, ну ладно, что еще по заданиям, допустим? 100 монеток. Опыт. Сыграть 4 игры Фениксом. А, сыграть и а, танки в режиме командир. 20, подожди, 20 побед? Баллисты 20 дадут. 20 побед, да? Пойти врагов в режиме выживания или приключения. А, режим командир. Да, пробуем режим командир. Только мы, наверное, все-таки сменим. Мы сменим танк. Тут, кстати, усилитель можно прокачать, да, какой-то? А, так. Нет, тут пока что нельзя. Так, ну ладно, мы возьмем, наверное, прокачанный танк какой-нибудь. Какой у нас самый прокачанный? Маленький да удаленький, по-моему. Так, это 5 уровень. Вот, 10 уровня. 8 уровня. 15 максимального. Наверное, вот тебя стоит взять. Давайте ракеты улучшим. Давай пробуем за тебя поиграть. О, смотри. Блин, блин. Очень здоровские костюмы. Но я пока что не буду покупать. А пока и нельзя, по-моему. Так, в общем, в атаку. А, это интересный режим. Окей, я понимаю. Так, прокачиваю. Тут еще в игре очень интересно. Так, я даже знаю, давай вот тебя возьмем. А, 15 уровень мне нужен. Блин, он первого уровня. Мне это больше вот этих за 30. По сути, они должны победить. Прокачанных брать. Нужно стараться. Ну вот, 10-го можно взять. Смотри, как они быстро разрывают. Очень важно прокачивать танки. Видите, маленькие да удаленькие, ребята. А это первый уровень, он вообще очень слабенький. Поэтому ты проигрываешь. Легко выиграли. Так, серия побед. Кстати, тут можно серию побед сделать подряд, да? А, давайте, наверное, так пойдем. Вот, прокачиваем. Идем дальше. Так, танки. О, Лего, 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 Лего. Ну, правда, Лего не прокачанная. Так, надо брать именно прокачанных в первую очередь. Thank you.
эту Лего даже не хочу брать. Ну вот, у меня... Хотя вот тебя надо брать. 5-8 уровня. Тут очень важно из-за уровня зависит. Чем больше уровень, тем больше шансов у вас. Нормально, нормально мочим. Лего очень дорогая, конечно. Если бы она была 15 уровня, было бы имба. Не, ну мы определенно победим. Так, монетки, монетки. Он дает прокачать. А, это защита танков. А, я первый раз неправильно использовал, да, защиту. О, сержанта получили, отлично. Можем сразу открыть. Так, ништяки. Идем дальше. Так, продолжаем в режиме командир. А давай откроем, ну-ка. Это считается за бесплатный сундук? Так, окей. Продолжаем играть. Нам бы ежедневные задания повыполнять, было бы здорово. О, ну все, мы победили, это имба. У меня прокач... А, нет, это не та имба. Боже мой. А, так, надо прокачанных стараться. В первую очередь прокачанных надо стараться. Так, надо перезарядить. О, быстрая атака, быстрая атака. Найс. Легко. Быстренько прокачиваемся. Блин, мне нравится этот режим, прикольный. Найс, что у нас здесь? А, 20 опыта. А, за опыт мы тоже ништяки получаем. Поите врагов в режим выживания или приключения. А, именно врагов? Ну, давай попробуем врагов победить. Выживание или приключение? Идем, получается... Идем выживать... Подожди, а где выживание это? Доминирование? А, ну вот режим выживания. Давай попробуем. Танчик у меня достаточно сильный и прокачанный, поэтому проблем не должно возникнуть. Ну вот, и мне надо 20, да, врагов убить? А рекорд у меня был 25. Ну, по идее, за раз сможем это сделать. Найс. О, этого не помню танка. Интересно. Пью. Прикольные танчики. Боже мой. Опасный. Опасный. Победили. Найс. Идем дальше. Аккуратно, аккуратно. Да, боже мой, ничего не могу сделать. Надо поближе подойти. А, мерзавец какой. О, танчик. Можем способкой его. Армада. Поближе подъедем. Авиаудар. А, ну все, по идее. Уровень пройден. Я могу дальше ехать, да? По идее. Можем подлататься. У меня опять авиаудар появился. Авиаудар можно на боссов оставлять. Да елки-палки. Все, 20 я сделал. 20 я убил. По идее, мы ежедневное задание выполнили. Так, едем дальше. Ребят, не забывайте заходить на канал The Alex Play. Просто на ютубе Alex Play наберите. Это мой второй канал, чтобы мы никогда не потерялись. Вот, заходите туда, там тоже очень интересно, там много кооперативов. Но там я снимаю игры на ПК. Вот, если ты хочешь посмотреть, какие есть игры на ПК, обязательно заходи, они очень крутые. Тебе определенно понравятся. Просто разношу, ребят, в пух и прах всех разношу. Танк очень сильный. Маленький да удаленький. Это про меня. О, даже достижение в плеймаркете получили. Лейтенант. Найс. Не, ну меня сейчас никто не остановит. Босс.
Босс, ребятушки. Удар грома. Ну, давай посмотрим, насколько он имбовый. Вау! Уровень пройден. Легчайше. И мы еще восстановиться можем. Это уже 50, ребят. Бью все рекорды. Сейчас будет еще сложнее. Сейчас реально будет очень сложно. Смотри, они уже с первого раза не погибают. Очень сильные танки. Ой, их еще и много. Реально еще очень много, боже мой. Да капец, их армада. Просто армада. Отлично. Так, замечательно. 56 человек. Опять достижение. Рекорд 50. О, рекорд 50 сделали. Слушай, а до босса-то еще далековато. Мы половину только проехали. Я думаю, это, наверное, будет последний босс, который я выиграю. Потому что у меня проблемки. Пускай они, наверное, едут на меня. Так, прошли 60, 67, 63, точнее, боже мой. Да, какие они сильные-то? Очень сильные. И плюс они сильнее, их больше стало, их очень много. Я дальше не пройду, дальше третьего босса уж точно. Нужна тактическая... Блин. Позиция. Тактическая позиция нужна. Так, ладно. Используем авиаудар. Боже мой, я просто боялся. Думаю, дальше не пройду. Так, хорош. Неплохо. Ой-ой-ой. Пускай они сами едут. На меня. Я не знаю, 100 получится. Я бы хотел сотни уничтожить. Я думаю, за сотню тоже какое-то достижение должно дать. 98. 99. Где сотый? Вот он, сотый. Последний. Да, сотый. А где достижение мое? Я думал, за 100 танков достижение дадут. Так, армада. Ну все, я, наверное, не выиграю здесь. А смотри, выиграю. Да, уровень пройден. Сразу 12 дали, да, за него? Нормально. А какое достижение? О, 100. Да, рекорд 100 достижений дали. Боже мой, как же вас много. Ну все, 117. 118. 118 рекорд. Усилитель есть. Да блин, я не знаю, не будем брать усилитель. Думаю, нормально, мы неплохо сыграли. Так, рекорд. Так, рекорд есть, отлично. 118. Первый лейтенант дали достижение. Так, ну тут я тоже выиграл. Давай получаем награду свою, наградку. Отлично, прокачиваемся. Сыграть 4 игры танком Феникс. Так, это вот ты, Феникс, у нас, да? Надо прокачать Феникса. А, Феникс Волна, кстати. 5 уровня. Можно взять Феникс Волну. Ремонтный комплекс также. Прокачиваем.
Повысить уровень 550. Феникса, да, можно повысить? Давай. 660 следующая, давай. Ё-моё. До 13 уровня прокачали. Ну окей, он неплохой. Он неплохой. А неважно в каком режиме. Так, мы тут все выполнили. Используй оживление, чтобы продолжить борьбу. О, за это дадут деньги. Прикольно, прикольно. Так, а бесплатно я пока не могу, что ли, открыть? Почему-то тут перезагрузка. Ну ладно. Выживание мы уже не пойдем. 2-1 на 1 попробуем. Ой, опасный, чувачок. Мы его сами подождем. Вот здесь засядем в засаде. Все, в засаде. Жду. Он идет, да, он идет. Найс. Победа. Так, еще. Давайте продолжим. У меня есть хорошая тактика. Главное правильно выждать. Я готов. Заберем все награды. Так, мне нужна хорошая позиция. Так, подождем. Блин. Ступает засранец. Ой, зараза. Найс. Неплохо. Блин, я хочу сундук открыть. До сундука надо дойти. Идем дальше. Ну, мы Феникса очень хорошо прокачали, поэтому я думаю, мы сейчас будем побеждать. Надеюсь. Зря, конечно, легендарным танком пошел. Это очень опасно. Найс. Фу. Ну реально опасно, очень опасно, ребят. Я потом, наверное, маленький танчик возьму, оно мне все-таки получше. Тут лучше как-то из-за пригорочка. Нормально. Да, взорвали. 65 побед сделали. Так, ну давай получаем награду за Феникса. Это еще 20 фениксов. Ну, оживление мы не использовали, к сожалению. За это бы тоже могли награду получить, да? Ну, 100 монет. Ну, по ежедневкам мы неплохо так прошлись. Так, я уже почти пришел. 5 минут осталось. Можно бы, конечно, ускорить весь процесс. Тут все в огне. У меня, кстати, не в огне. Так, отозвать можно отзывать. Ну, я думаю, смысла нет отзывать. Так, ну что за 5 минут можно сделать? Давай пооткрываем, что там такое у нас. Там у нас ништяки. Давай еще откроем. Бадабум. Бесплатный, блин, сундук. Но я не могу открыть бесплатно сундук. Нельзя, не позволяет возможность. Я бы с удовольствием открыл обычный сундук, но это не бесплатно. Вот бесплатный. Но его нельзя, к сожалению, открывать. А, мне проще, конечно, вот за этот играть, потому что он максимального уровня. Можем его как-то перекрасить вот так, допустим. Да? Через 2 часа будет дополнительная награда. 1-1. Ну, можно попробовать 1-1 продолжить играть пока? Так. А что у нас тут? Авиаудар также. Так, хорошее попадание. 9 побед надо еще подряд. И тогда мы откроем новый сундук. Да, попробуем. Так, поехали.
Найс. Хорошая позиция. Бригадный генерал. Быстренько постараемся сделать 8 побед. И как раз таки посмотрим первый наш натиск. Так, я даже не знаю, где лучше встать. Ой-ой-ой. Да боже мой. Вот это было опасно, реально, это было очень опасно. Я мог проиграть. Резвый такой танчик попался. Вот маленькие, они очень резвые и очень прокачанные. Так, мне надо... Давай. Немножко вперед выехать. Опять резвый попался. Так, он горит, отлично. Найс. Ну давай, еще немножечко. 6 побед, ребят. Я надеюсь, у нас получится. Ух-ху-ху. Красненький. Так, немножко вперед выезжаем. Найс. 5 побед, ну же, ну сделай же это, пожалуйста. Нам очень важно победить сейчас. 5 побед подряд. Ой, тут сложно, конечно. Сложный моментик. Он сейчас еще погорит немножко. Он заехать не может. Что-то я боюсь на него ехать. Найс. 4 победы, ну сделай же это уже. И как раз можно, можно смотреть, ну, зайдем в мир режим и посмотрим, захватили ли мы или нет. Ой, боже мой. Найс. 3 победы. Но все-таки опыт как-никак есть. Я вот этих маленьких больше всего боюсь, потому что я знаю, что они прокачанные. Пускай горит. Отлично. 2 победы. Так, еще один. Давай откроем сразу. Так, есть. Раз. И еще один. Давайте сделаем уже это. Так, поближе подъедем. Большой достаточно танк. Большой и крепкий. Я его справился с ним. Так, последняя победа, ребят. Тактическая последняя победа нужна. Надеюсь, у меня получится. О, армия достигла базы. Отлично. Блин, гребаная фигня. Надо отступить. Опасный был. Так, все, есть. Открываем. Эпик. А, обожаю эпик. О, можем прокачать. Ёлки-палки. Так, мы можем... Ух ты ж, Кинг-Конг. Фига себе. За 1500. Дороговато. Дороговато. Так.
Я знаете, чему рад? Что мы наконец-таки прокачали. Смотрите, смотрите, ребятки. Так, где он? Вот она, легендочка. За 360 давайте прокачиваем. И смотрим характеристики. Как повысится. Ну да, немножко повысились. Немножко повысились, это хорошо. Потом у него очень мощный урон будет. Так, а из новых? Боже мой. Жесть, конечно. Победа! Получаю ништяки. Но базу, я так понимаю, мы не можем, да? А, теперь мы назад еще возвращаемся. Ё-моё, потом опять будем нападать. Ну, в общем, как-то так это будет развиваться. А потом мы будем улучшать, да? Улучшение. У меня уже войско будет появляться за 50. Но у меня нет. Можем добавить? Давайте добавим. Давайте добавим. Так, уровень базы 2. Плюс 100, плюс 75 теперь доступно. Вот, теперь 150 максимум, да? Но для улучшения уже 100 нужно. И так постепенно будем развиваться, да? А, мой уже второй уровень. И вот как бы я буду окружающих себе убивать. В общем, вот такое вот обновление, ребят. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, пишите комментарии. Увидимся в новой серии. Всем пока. Не забудьте заглянуть на канал AlexPlay. Ну, а на канале Дариди я буду выпускать подобные видеоролики. Так что на Дариди тоже подпишись. Всем до скорого. Пока-пока.